Всем здорово. Итак, у нас сегодня вышла игрушка Luna the Shadow Dust. Что это за игрушка, я не в курсах. Где-то я там что-то встречал, знаю только, что какой-то головоломчатый квест. Олдскульный. Я говорил уже где-то там, если кто-то слышал, что квесты я люблю, загадки, головоломки. Я тоже люблю, потому что это, ну, это прокачивает твой мозг. Становишься немножко умнее, бдительнее, головоломчатей, можно так сказать. Итак, у нас заяц падает куда-то. Куда-то на дно. Или это какая-то другая планета. В бульбу нас поймал. Честно, тут нету никакого ни текста, ничего. В настройках посмотрел, только настройка звука и все. Нету ни субтитров, ничего. Походу будем просто так догадываться, что тут происходит. Нам никто ничего не расскажет и не скажет. Как какая-то, блядь, как у меня на старом телевизоре березка, блядь, какие-то разводы непонятные. Так, вот этот шар, который нас спас, он следует за нами, походу, или что? Мышкой ходить. А можно тут другими кнопками ходить? ВСАД. Так, боится вороны он, сука. А вороны-то нет. Ну давай ткнем. На нахер, пошла в сраку. Все, ВСАД не ходит. Все управляется только одной мышкой. Escape работает? Escape работает. Вот, настройки, только звук. И это оконный режим делает. И домой, походу. Все, больше ничего нету. Что ж. Ни обучение, ни хера. В этом и заключается вся головоломчатость головоломки. Зажег лампу. Открыл нам проход какой-то в другой мир. Это как в темной башне. Кто читал темную башню? Этого Стивена Кинга, по-моему. Кинга ж, по-моему. Там, где двери была, которая открывала миры. Ну, короче, почитайте, очень интересно. И он открывает... Открывает нам дверь в какую-то башню. Этот фонарик, свет. Сам свет пропал, походу. За нами следовать уже не будет. Топ-топ. Ну, топ-топ, пошли. Итак, мы попали на первый ярус нашей башни, в которую мы открыли дверь с помощью этого светящегося непонятного облачка. Тут нам рассказывается какая-то легенда о битве. Опа. Я просто остановился, хотел почитать. Почитать, нехуй читать. Что вот это вот, как можно тут читать? Посмотрите, ну проявилось все. Какой-то дракон, какой-то чувак. Саблять, давай проявим тогда все. Давай тут постоим. Возможно, в этом и заключается вся суть головоломчатости. Надо пооткрывать картинки, и я смогу пройти дальше. Хотя я даже, блядь, не пытался пройти туда к двери еще. Но не суть. Раз это проявилось, значит, нужно проявить все. Логично ж, логично. Так, тут показывают, тут тоже башня здесь есть какая-то башня. Они тут носили какие-то дары богу. Здесь эта лампа, которая... Тут война началась какая-то, снесло эту башню, люди все померли. И что? И воцарилась, короче, вот такая вот пустота. Тут было все хорошо, тут все стало плохо. О! Полностью история, короче, произошла, которую тут вообще не разберешь. Ну, башня рухнула. И все пропало. Я, наверное, должен восстановить эту башню, чтобы как нормализовать. Короче. Не могу я сказать сейчас, что хотел. Баланс, чтобы восстановить баланс или как-то так. Так, заяц-котик.
Обормотик, хорошо, это человеческий, мужской, вернее, туалет таким значком обозначается. Так, а здесь, а это походу женский, такой дырточкой обозначается, наверное. Хорошо, часы у нас, что у нас делают часы? Стрелочки не крутятся. Так, тряпочку возьми, не берет, бери, это не берет, метлу. Вот это можно сделать. Зеленый, желтый, и здесь какой? Сиреневенький. Лампа опустилась. Нахера мне лампа? Потуш... О, опа-па. Красный, желтый, синий. Ладно, зажигаем. Здесь должен быть красный. Красный, желтый там и так. И голубенький. Эй, голубенький. О, вот так вот. Все. Надо... А тушить не надо свет? Свет тушить не надо? Алло. Ну ладно, пошли. Раз дверь открылась, нахуй мне тут еще что-то надо. Говорят, слышал где-то, что мультик нарисованный, по-моему. У меня там уже был какой-то такой наподобие Трюбербрук. Да, по-моему, Трюбербрук тоже рисованный мультик. Именно рисованный, прям карандашом, сука, на бумажке. Не просто так. Так, давай разбираться, что у нас здесь. Здесь у нас есть 4 свечки над картинками. Здесь у нас есть заяц, месяц, заяц, луна, заяц, еще месяц и просто заяц, который бежит. Что у нас здесь кликабельное? Здесь у нас... Вот я вижу, тут вот на дверях какие-то еще месяца. Луны, вернее. Так, свечки некликабельные. Я так понял, когда палец появляется, тогда можно что-то нажать. Да? Да, сука? Хер она не нажимается. Давай стул возьмем, что ли? Не понял. Просто можно взять и пройти? Или это надо запомнить? То есть мне можно возвращаться назад, чтобы что-то посмотреть. Инвентарь тут вообще будет какой-то? Опача. Загорелась одна свечка. Опача, загорелась одна свеча. Ну ладно, пошли. Давай, месяц. Вот месяц. Неправильно. Здесь, ладно, давай сюда пойду. Ничего так не светится. Хорошо, давай сюда пойду. Но должно засветиться, что у нас? Оно меняется, ты посмотри. Картинки меняются. Засветился этот. Это был полумесяц там, да? Сейчас будет ближе к полнолунию. Должна засветиться вот эта вот свеча. Хорошо, вот это вот. Нихуя. А, я понял, походу. Короче, ближе к полнолунию. Давай. Я походу понял. Чтобы загорел. Вот сейчас загорится крайняя, там, где черный заяц. Черный заяц. Другой национальности, походу. Теперь мне нужно пойти влево, чтобы от этой картины с левой стороны засветилась свеча. Получается так? Правильно, теперь у нас самый тонкий месяц. Это вот этот вот. А, и куда теперь идем? А то, что загорелось последнее, то есть правая должна загореться, то, да? Или давай пойдем посмотрим. Очередность же должна быть. Нихуя не должно быть. Нету никакой очередности. Картины я тоже переставить никак не могу. Почему я пошел вправо? Потому что загорелась последняя левая картина. И я думал, от левой надо, значит, плясать от той, которая загорается первой, наверное. Ну, давай попробуем. Сейчас вот это засветится. Нихуя, прикинь. То есть делится у нас это, походу, левые картины, это правые картины. Значит, здесь мы идем вправо. Давай попробуем.
Я не уверен точно, но что-то не сработало. И сейчас не сработало. Почему? Ну давай сюда пойду. Сработало. Так, это у нас вот это. Давай вправо пойду. Хорошо. Теперь давай еще раз вправо. Нет, влево, влево. Это ж вот это вот, левая. Сучка. А как получить? А как оно-то так? Еще и расположены вверх-вниз, вверх-вниз. Полнолуние. Полнолуние с правой стороны. Значит, от той, которая загорелась, надо отталкиваться. Вот, загорелась. Значит, нужно влево теперь. Сюда. А почему нет? Может, на... Давай влево. Может, вот эта вот высота как-то что-то означает? Давай вправо. Ну. Теперь еще раз вправо. Да? Сука, только попробуй, блядь. Да. Теперь еще раз вправо. Каким образом? Я сейчас проиграю, смотри. Говорил же ж, блядь. Почему он пошел? Почему, почему, почему? Сука, не понимаю, блядь. Что тут у нас еще есть? Можно, в принципе, подобрать, но я не понимаю. Ёб твою мать, все ж, сука, и так понятно. Ну посмотри, ну Сережка же, блядь, ну это же, сука, младенец даже догадается, блядь, с пеленок уже сразу скажет, ты что, долбоеб? Ну видно же, блядь, что зайцы, сука, пальцами тыкают, куда нужно идти. Каждый, сука, заяц показывает направление. Что тут непонятного? Зачем, сука, ломать голову? Так, это у нас вот такое, значит сюда. Правильно. Это у нас что? Это у нас такое, значит сюда. Заяц, вот этот сюда пальцем тычет, этот сюда пальцем тычет, этот сюда, а этот просто в эту сторону бегит. Все. Изи. А я, блядь. Слишком головоломка. У меня уже сразу образовывается в башке. Так, сейчас будет немножко скрипеть, походу, стульчик мой. Ну ладно, дышащий. Поправил немножко спинку, потому что, блядь, неудобно. Жопа съезжает вниз. Опа, какой-то питомец. Сейчас питомца разберем. Сейчас хлам вот этот весь. Как тебе, как ты тут оказался? Че тебя тут привалило? Здорово, здорово. Покемон. Эш, ты нашел своего Пикачу, блядь. Да давай, чё там, ну что ты, ты дровняшку не уберёшь? Это не цветок, хера ты его поливаешь. Возможно, это, на, как сказать, грустная какая-то история, я тут глумлюсь над ними. Это больше на Дигимона похож, чем на Покемона. Всё, человек-заяц, пошли. Тут что-то все с зайцами связано. Так, я могу теперь... О, обучаловка. Я могу теперь с спейсбаром переключаться между... Между персонажами. А ну, поскакали. Хорошо, помощничек, пойдем. Бля, ты за ним не будешь ходить? О, это еще надо двумя будет. Ладно, ладно. Сундук вот этот, я так понял, нужно подвинуть будет. Подвигаем, подвигаем. Эй, тут и далеко. Эй. Да подвинешь ты его сюда. Не хочет. Ладно, пошли наверх. Бросай, бросай, бросай. Пошли наверх. Не дотянешься? Ну давай, залезь сюда. Пожалуйста. А ты пока сходи, что здесь у нас? Запрыгни сюда, посмотри, может тут что-то. Тут ничего. Ничего интересного. Ну, потянули немножко время. Я не хотел. Я думал, там что-то понадобится. Но
Ладно, блядь, медленно не ходят. А ты не хочешь залезть сюда? Друга надо забрать, я понимаю. А он не хочет, он не идет. А может его на руки надо взять? А как его взять на руки? Хорошо, я понял. Он на маленькие может запрыгивать, на большие и еще не может. Значит, нужно подвинуть вот эту вот хероту. Нет, неправильно. Значит, надо подвинуть ящик туда. А если я двумя сейчас буду управлять, получится так? Берем эту херню. Двигаем ящик сюда. Да, пока он двигает, мы дойдем, чтобы сократить немножко себе время. Залезем пока сюда на камешек. Этот пока пыхтит, потеет, мы постоим, подождем. Все, сюда теперь можно. Теперь меняемся. Бросай, бросай. И тащим его назад. Все получилось, все сработало. Нудное, конечно, занятие, но что ж я могу поделать. Так вот, придумали. Так, бросай эту херню, залазь сюда. И залазь сюда. Ты пока проходи. Проходите, стойте, стойте, проходите. Ты, пидор, проходи. Какая же у нас башня высотой? Насколько тут вообще игра Ну, ты понял. Растянется. Во. Винодельня какая-то. Капает какая-то херота сверху. Это уже понятно, что надо будет, чтобы... Что произошло? Ничего не произошло. Значит, нужно загрузить яблочко. А ну давай залезь сюда. А ну ты иди сюда. Нет, не сюда. Брось сюда. Бери вот эту штуку. И тащи ее сюда к лестнице, чтобы этот малыш наш смог запрыгнуть сюда и покрутить, наверное, эту херню. Правильно? Так. И что? И ничего. Ну брось, покрути вот эту штуку. Во. А ну. Что-то заполняется чем-то. Так, и что теперь? Давай еще. Перегруз сделаем. Не хочет делать перегруз. Покрути-ка. Теперь надо сюда ее, вот это пустить назад, в обратную сторону. Что? А, это насосет. Это насосет, я понял. Так, становись сюда. Бери эту корзинку, пусть оно пососет яблочки и сделает мне синдрика. Бросаем. Поехали. Во! Работает. Сейчас должно пойти брожение какое-то. Так, малыш, тебе, походу, надо будет сейчас крутить эту штуку. Не надо крутить ее. Так, крыса какая-то. Это отходы, походу, шмых. А ну-ка, давай-ка покрутим. Ты можешь сюда забраться, малыш? Можешь. Давай выйдем на улицу и заберем, наверное, тот жмых, который отработки были. Нихера высота. С ума сдурел, что ли? Ладно, пойдем наверх сюда. Нам просто надо убрать эту досточку, что ли, чтобы я мог тем чуваком выйти. И все, а зачем надо было вот это все... А, просто чтобы опустилось вниз, чтобы он залез наверх. О, понятно, все, сука, понятно.
Так, давай вместе забирайтесь. Эй. Вместе не хотят. Ты проходи. Ты показалась. Да. Затяжные тут, конечно, вставочки. Пока что интересно. Пока у меня, сука, все получается, пока и интересно. Когда залипнешь на полтора часа, блядь, раздумывая над очередной головоломкой, тогда уже, сука, беситься начинаешь. А пока, пока ничего, пока классно. Опять крыса. Пошла нахер. Че ты тут сидишь? Так, перец — это огонь, рыба — это вода, гриб — это ветер. Это надо запомнить, мне кажется. Хотя, сука, я знаю, бывает, сбивают. У нас есть... Перец у нас есть. Так, крутилку надо покрутить сразу. Гриб. У нас есть гриб. Давай нажмем на кнопочку. Залили водичкой грибочки. Сварили какой-то грибной супчик. И что? Что у нас можно поклацать? Поклацать у нас... Замок, замок, хорошо. Значит, нужно перчиком. Все, крутилка уже не крутится. Давай еще раз. И кнопка не клацается. А ну ты давай, что ты у нас можешь? Кнопку не жмакает. А, надо вот на эту. На жать, чтобы она сварилась, точно. На меха. Кашка. Крыса ест кашу с гриба. Охуевает немножко. Превращается в толстую крысу. Что теперь? Давай попробую потолкать ее. Так, толкаем. Куда толкаем и зачем? Непонятно. Ну давай к этому. Может, она съест корнеплод этот. Давай пока так. Все, бросай. Крути крутилку. Грибы. Нет, грибы нам не нужны. Рыба. Давай рыбу попробуем. Так, водичкой заливаем. Все, прыгаем. Нет, не надо прыгать. Просто сварила кашу. Кашу не забрать. О! Может, этой можно запрыгнуть сюда? А ну иди попробуй. Табуретка не двигается. Ладно, давай. Я понял, наверное. Эй, достань же ты отсюда, блядь. Вот так вот. Ля, не хочет пихать ее. Что теперь делать? Как мне это все изменить? Я должен... Ну давай, ну как тебя пододвинуть? Я понял, что замочек. В другую сторону, сука, ты не хочешь подвигаться? А, вот так он, да? Все ясно, все ясно. Не ешь пока это, вот сука. Надо было сразу перец. Сразу надо было перец. Малыш, пока постой здесь. Куда ты пошел? Здесь пока постой. Надо огнем. Огнем его сжечь. Я ж-то не знал, что тут как тут работает. А теперь я понял. Так, ты становись сюда. Ты прыгай сюда. А потом прыгай сюда. Водой, понятное дело. Только цветочки. Угу. Хоккеюшки, грибочки не нужны. Рыбка не нужна. Нужен перчик. Погнали перчик. Надо будет варить или не надо? Или все уже будет готово?
А, тут один раз надо было просто разжечь огонь, и оно все уже, жар там есть. Этим мы идем сюда. Сразу крысу хватаем и тащим туда. Хоть есть музычка какая-то. Не так скучненько. А то бывает, сука, как начнешь думать о чем-то, о какой-то там немыслимой задачке, которая решается в 2 секунды. И тишина, блядь. И ты сидишь, сука, такой в тишине. Ну все, ну прогорело что же. Или еще надо? Теперь же ж надо затушить, наверное. Затушить водой. Оно превращается в пепел. И ветром сдуть. Так что ли? Ох, сука, замутили. Или сразу задуть. Не, ну я думаю, наверное, сначала надо водой затушить. До конца оно не прогорит, в пепел не превратится, надо что-то с этим сделать. Вот такая вот игра. Таскаешь крыс, кормишь их сначала, их любить их. Потом таскаешь, потом прыгаешь на голову. Ну а теперь явно надо ветром сдуть. Иди сюда, ты иди сюда, время терять не будем, все делаем быстренько, потому что до конца башни неизвестно сколько, и не хотелось бы, чтобы это затянулось навечно. Надеюсь, в этом видосике еще парочку сделаем проходов по ярусам или этажам. Ну да, все так, как я и думал. Не видно, да, конца? Не видно, и вверх не поднимается. Но мне кажется, здесь очень много головоломок. Выпуска на 4 должно быть. Смотрим, что у нас здесь. У нас есть птички на деревцах. У нас есть кнопочки, есть кружочки на них. И здесь есть кружочки с точками. Точка 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нам нужно этим листать ноты. Походу, дирижировать. Угу, я понял. Нужно выискивать комбинаху нашу. Чё ты только дирижируешь, да, блядь? А ты, походу, клацаешь. Я вижу там какие-то циферки. Что? Что у нас тут? Что у нас тут? 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Как узнать последовательность? У нас есть птицы. Есть рогатая птица, есть клюватая, есть в шапочке треуголки на башке. А это вообще не птица, это гриб какой-то. Кошка есть с арфой. Ручку давай покрутим. Я должен это запомнить? Ты что, с ума сошел? Сработало вот это вот. Это 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Как и тут. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сыграло вот это. И я уже забыл. Так, играет сейчас вот это. 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 И опять вот это. Ноль. 6, 5, 3, 2,
2, вернее. 2, 4. Блять. Так, запоминай. Ладно, тут я уже знаю. Сюда, 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 сюда. Сюда, 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 сюда. Правильно, да? 0, 0, 6, 5, 4. Нет, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 6, 5, 3, 4, 3, 4, 2, 3. Еще раз. Ноль, шесть, пять. Сюда, 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 сюда. Правильно. А ну-ка, давай-ка теперь дирижируем. Ты. Как вот это делать? Ноль. Это надо запоминать? Так, ноль. Че он дальше не идет? Ты, блядь, дальше будешь играть? Ноль, шесть, пять, потом ноль, один, два, три, ноль, один, два, три, четыре, два, три. А ну давай. Чё они играют? Я что-то неправильно сделал? Ноль. Надо как-то вот этим после нуля как-то взаимодействовать с ним. Не надо. Я походу, когда нажал ноль, сыграл, оно все сбилось. Давай. Ноль. Ой, долго, как все, блядь, долго. Шесть. Пять. Ноль, шесть, пять. Ноль, один, два. Три, четыре, два, три. Три. Четыре. Два. Три. Хули ты не играешь, блядь? А ты можешь становиться на эти штуки? Я же все правильно вроде сделал? Или что-то неправильно? Возможно, я... Очередность неправильно. Может, оно не по порядку. Может, это не 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Может, все зависит от чего-то другого. Не знаю, от количества, блядь, перьев, крыльев, ног. У этого вообще ноги не мало. Это 2, у этой 3. Это кокон какой-то, блядь. Так, дай-ка подумать, что у нас тут происходит вообще. Но здесь есть какие-то точечки. Точечки означают порядок какой-то. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0. Почему он сразу не перескакивает на шестую? 0. Может, после каждого надо играть? Давай после каждой. 0. Шесть, пять, шесть, пять, три, три, четыре, два,
3. Чё, блядь, такое? Я опять, наверное, в своем репертуаре, блядь. А, вот еще рычаг, ёб твою мать, я не заметил его. Что это такое? Это выбор птицы, я понял. Мне нужно рогатую выбрать. Вот это она. Как теперь это все скомбинировать? Так, теперь мне надо треугольное. Как это все должно работать? Вот треугольная. Теперь ты топай сюда. Надо играть, сука, не понимаю. Теперь мне нужно вот это вот с хохолком, сука. Пока не перепробуешь все варианты, не поймешь. Вот это вот мне с хохолком нужно. Теперь кошаком этим своим спрыгаю, становлюсь сюда. Давай нажму. Пускай будет. Главное, чтобы не сбивалось. Теперь мне нужен вот этот вот кокон. Это у нас 0, 1, 2, 3. Это у нас третий. Это не то. Это тоже не то. Вот третий. Ты слазь, иди на троечку. Ты, сука, играй. Теперь нам нужен вот такой вот. Вот такой вот, да, правильно. Это 0, 6, 5, 3, 4, 2, 3. После этого идем сюда и сюда. Играй. Потом нам нужен двоечка, вот такой, с клювом вверх. Давай, блядь, крутись быстрей, шарманка. Во, вот такой, это у нас будет двоечка. Ты слазь, иди сюда, ты играй. О, кокон как раз. Ты слазь, сюда. Ты играй. Нихера не работает. Оно как-то должно либо засветиться, либо еще что-то. 0, 6, 5, 3, 4, 2, 3. О, сука. Может, после этого надо на клавишу какой-то тыкать. Давай сейчас попробую. Выберу рогатую. Вот это замутили, твою мать. Рогата это 0. Куда ткнуть еще, чтобы заработало, запиликало? Давай не буду после каждой нажимать. Ну, нигде палец больше не появляется. Это похоже, как будто, блядь, на телефонах было 100 дверей. Открой 100 дверей. Давай, 0. Теперь этим слазь. Становись сюда, а ты крути. Так, а что я таким образом делаю? Вот арфа, может, на арфу надо как-то нажать? Никак, может, на кота нужно? Может, на птиц на самих? На птиц тоже не нажимается. Ой, блядь, сюда может подудеть. Ты чё?
Что это? Чё? Нет, это крутилка крутится. Давай, короче, я нажму паузу, поморочу голову, потом покажу, что у меня получилось. Короче, вы не поверите, как я долго дрочился, блядь, пока не понял, даже не понял, а не попробовал вот этим вот слезть, подойти на табуретку, на вот это запрыгнуть. Короче, сейчас я покажу, вот у меня видно, да, наплодилось уже. Наплодилось, да? Сейчас я возьму своего короля, чувака в костюме короля, вернее. И так, мне эта птичка не нужна, она играть не будет. Давай, прыгаем на кэту, его засасывает, и мне выдает птицу. То есть мне сейчас их нужно распределить. Крутим этим, крутим еще разочек. Главным нашим, он видно, там немножко тут с рисуночком под хавальником под его. Сейчас наплодим, короче, вот этих гремлинов. Они еще и, сука, поют, видишь? Вот этот вот поет. Первым. Ставим его на ноль. Мне кажется... Сейчас, короче. Разберемся. Птица вот это поет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Последняя. Значит, она будет шестой. Сейчас вот это наш главный. Отведем его пока в сторонку. Это раз, два, три. Это четвертый будет. Четвертый, значит, на четвертое место. Ты раз, два, ты второй будешь. Вот так вот. Теперь прокручиваем. Берем. Эй, прокручиваем, говорю. Ты прокрути, пожалуйста. Ты давай мне такого еще одного. Клонируемся. Выплевываемся. Как же, сука, я долго над этим голову ломал. Это просто жесть. Раз, два, три, четыре, пять. Это будет пять. Раз, два, три. И осталась еще одна птица. О, да, вот это вот, походу. Давай мне ее. Она будет третья. Ты становись сюда. А ты попробуй сейчас поиграй. Сюда нужно еще выплюнуть вот это вот. Сейчас ты крути. Мне нужна вот такая вот в коконе, которая, чтобы что? Тин. А ну. Значит, ты сюда, ты слазь, становись сюда. Ты тоже слазь, становись сюда. Вот мне как раз вот такая вот и нужна птица, походу. Ты пока стой тут, ты мешаешь немножко. Ты. И теперь давай крутим рулеточку. Кокаинистая нам нужна. Кокнистая. В коконе, которую. Давай мне еще одну. Вот, ты становись сюда. А ты давай дирижируй. Давай, должно получиться. Ну? Аллилуйя, сука! Аллилуйя, блядь! У меня уже тут пукан горел, блядь, я не знаю как, сука! Я не знал, что делать уже. Всякие последовательности в различные попробовал. А нужно было только этим кошаком залезть на эту табуреточку. Дело в том, что когда залазишь им на табуреточку на эту, ты больше никуда не можешь кликать. Нужно только рядом с ним нажать, тогда он спрыгивает, и только тогда ты можешь уже курсор там будет меняться. А если он на ней стоит, мой главный стоит на ней, то не высвечивается, что сюда можно залезть. Я уже пробовал, думал, что он должен по клавишам потыкать, там поиграть как-нибудь. А он встал на табуретку, и все, и нихуя. Надо было только слезть.
подойти, засосала его там. Короче, вот такая вот херня. Пошли дальше. Все, ну и он нахер эту комнату тупорылую, блядь. Фух, я аж успокоился. И ты иди встал. Друзей своих отстав. Фу, да, конечно, времени я на эту херату потратил немало. Давай посмотрим, что у нас здесь за лабиринт. Опача, тут какие-то уже рогатые олени. Первый у нас этот играет, да, заячий, заяц. Дырка какая-то в потолке, глаз, что можно тыкать, что можно клацать. Нужно зажечь лампу для начала. Чтобы зажечь лампу, нужно... Ты, я понял, но ты можешь подвинуть. Хорошо, пусть этот залезет, а я вместе с ним тогда подвину. Ну, а ты можешь ее двигануть? Ну, гвоздь забей тогда. Нихера. Ну, как у тебя-то так получалось раньше, блядь, двигать? А ты можешь куда-нибудь дальше? Сюда запрыгнуть, например. Не может. Ладно. Давай дернем. Или что это за штука? Вот и лампа упала. Хорошо. Я думал, надо... Ну, короче, все не подвластно логическому объяснению. Так что головой тут сильно много думать не надо. Не стоит. Что я еще здесь могу? Веревку могу назад подобрать? Не могу. Хорошо, ты, малой, что ты можешь? Слезть, ну, упасть, как обычно. С лампой сделать ничего не можешь. Так, тут еще давай посмотрим. Может, надо было дернуть еще просто так? Тени какие-то странные. Так, стоп, на месте ты стой. Ты залезешь, убьешься, это понятно. Больше ничего не кликается, дело в том, что я не вижу больше ничего. Дверь, возможно. Ага, на двери замок. Как же ж я сразу не догадался. Лампа не подбирается. Здесь ничего не тыкается, не кликается, не кляцается. Она что-то воет, эта лампа. Какого хера? Ну, хорошо. Хорошо. Залез я этим чудиком. Что дальше? Твою мать! Ты серьезно? А как я должен был до этого догадаться, блядь? Что за жесть? Так, а ну ты отпугни как-нибудь эту хероту со своей тенью. Возможно, нужно перепрыгнуть сюда, чтобы зажечь эти свечи. Ой, блядь. Вот, открывается там этот, открывается. А ну давай еще раз. Так, ты залазь сюда. Так, что мы будем делать с этим? Ладно, запрыгивай сюда сразу. Сюда наверх не запрыгнет на голову ему. Отойди немножко сюда. Сюда. О, свечечка горит. Горела ж только что, светилась свечечка. Ладно, спрыгни. Сука, светится, а вторую как зажечь? Сейчас надо подумать. Надо подумать. Сейчас надо вот тут шкафчик попробовать закрыть. Угу. Сучка. С
Значится, надо маленьким вот этим. Маленьким. Нужно запрыгнуть. Да блять, чё он так близко? Я думал закончить уже эту серию, но так как уже почти разгадка разгадалась. Я не думаю, что стоит закрывать. Я успел. Я успел. Подходим поближе. Ты подойди. Ему ж нужна опора какая-нибудь. Эй, ну ближе. Не хочет, прикинь. Сука, а как перепрыгнуть? Он так не прыгает. Это слишком далеко для него. А при помощи башки он не хочет сюда спрыгивать. Не хочет. Аж сюда. Сука, а как же? Он туда нажимаешь, он туда не прыгает. Свечки светятся. Горят, вернее. Может, их как-то можно тушить? Давай еще попробую. Если в этот раз не получится, то продолжим в следующей серии. Но я надеюсь, должно получиться. Здесь светится свечка. Теперь здесь светится свечка. Теперь мне здесь как-то надо ее засветить. А ее можно как-нибудь застолбить? То есть, почему она тухнет? Почему она тухнет? Да бля. Так, так. Здесь теперь светится. Тихо, тихо, тихо. Ты что? Ты чего? Ну вот я стою на самом краю. Сюда не прыгает. Как это сделать? Не понимаю я. Если я возьму сейчас, включу ворону, ворона скинет. Ты можешь взять свечку с ней что-то сделать? А, прыгает. Уже прыгает. Перед этим не прыгала. Я клацал, блядь, делал же все. Странная сука. Я же так же само хотел, но он не хотел, ножки не появлялись. Блять, непонятно. Угу, понятно, надо успеть. Запрыгиваем, запрыгиваем. Фух, я успел, я успел, я успел. Она пролетела мимо. Стоп, 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 стоп. Ладно, ладно, прошли, прошли. Хорошо. И ты тоже вали. Забываю, что этим нужно постоянно. Фух, ну такое, такое сложненько, сложненько бывает. Как, сука, можно было додуматься, чтобы прыгнуть на тень? На тень, блядь. Это, конечно, жесть. Это, конечно, жесть. Опа. Да, сука, карабкаться еще до хера. Кто я вообще такой? И какого хера я туда
решил забраться. Зачем оно мне надо? Роланд из Гилеада, блядь. Я пришел за темной башней. Ой, а Пикачу орет. Вот эта драма тут разыгралась. Прям не на шутку. То есть я теперь буду одним малышом этим играть? Или же мне в помощь дадут еще какого-нибудь малыша? А возможно еще какого-нибудь другого персонажа? Но это мы узнаем в следующей серии. А на этом всем спасибо, кто смотрел. Пока.